три года спустя мы приехали опять в Мексику по приглашению пастора Агустина. И сейчас нас забрали. Сейчас будем ехать через большой-большой город Мехико. Приехали, кондиционер не работает. И нам принесли. Ну что, друзья, приехали в Мексику, да? Мы взлетаем. Вау! Можно переключить еще. Мы сейчас вышли на улицу нашей гостиницы, где нас расселили, и ждем уже 20 минут наших гостей, которые должны были, вернее, наших принимателей, кто принимает нас в церкви, и уже 25 минут. Собрание уже началось, да. А мы еще стоим, ждем. Чем-то напоминает это Израиль. Church. Отъезжаем мы от церкви и будем сейчас на второе собрание. Друзья, как я уже говорил, что поездки в Мексике, и мы здесь приехали буквально на одни сутки, проповедуем, завтра утром улетаем. И за эти два года очень многое изменилось в этой церкви, и где пастор Агустин, он является старшим пастором, плюс у него еще 6 церквей. Мы уже были в одной сегодня утром и здесь проповедовали второе собрание. Time for church to review their waiting time. Я скажу так, что действительно меня Мексика и Мексико-Сити меня впечатлили двумя вещами, которые были похожи на то, что мы переживаем каждый раз. По внешнему мы как будто ехали где-то в Израиле с этими маленькими домиками по всем склонам гор, и этими бочками, которые на крыше каждого дома. И, знаете, также напомнило мне Украину, потому что те же самые дороги, те же самые качества дорог, как и у нас. Так что я побывал сегодня с утра сразу в двух странах, это в Израиле и в Украине одновременно, но будучи в Мексике. Ярехеха Адонай, ваешмарехеха. Ярехеха Адонай, панолеха, вихонеха. Иса Адонай, панавелеха, весемлеха, шалом. После собрания мы как раз смотрим, как люди еще общаются. У него один этаж, вот там второй. Мы сейчас находимся или идем в детскую комнату. Wonderful, wonderful. Это красивая детская комната. Дети, если хотят спать, да, они могут не заснуть. Это вход в молитвенную комнату. Wow. Здесь будет постоянная молитва проходить. Они уже почти заделали. Хотя еще... Это выход на площадку, баскетбольная площадка наверху, на крыше церкви. Молодежь может собираться здесь, проводить время, и они просто молодцы. Мы поворачиваемся, и мы видим лестницу. Лестница ведет тоже это на крыше, чуть-чуть выше,
для гостиницы, если приезжают гости, они обещают, что в следующий раз, когда мы приедем, мы не знаем когда, но будем уже останавливаться здесь. Так что наша поездка в Мексику была очень успешной. Мы видим, как церковь здесь, которая любит евреев, которая служит евреям, которая буквально через месяц едут группой в Эрец Израиль служить и там. Они за буквально эти вот 2 года почти завершили свой проект. Если мы раньше собирались где-то в съемном месте, то в этот раз они собираются уже где-то с января месяца этого года в своем здании, которое полностью оплачено, они оплатили его и дальше продолжают работать. Я верю, что это очень интересная церковь, очень хороший опыт, который они имеют. Пускай Бог благословит их и нас, и мы вместе будем созидать Царство Божие. Они, между прочим, хотят, чтобы у них было еврейское служение здесь, в прицеркви. No se puede nadie quitar.